Приветствую зрителей своего канала. Смотрите, сегодня буду готовить. Ни разу не готовил, если честно, красную рыбу в духовке. Начнем хотя бы с горбуши. Горбуша, смотрите, она какая пузатая. Я думаю, если честно, она с икрой. Так, ну сейчас ее прочистим. Я ее уже чистил. Сейчас я покажу, как чистить, кто не знает. К примеру, берете, то есть вот с хвоста, да, и вот такими движениями очищаете. То есть полностью и брюшко, полностью и здесь. Так она очищается. Сейчас ее вымоем. Сейчас отрезаем голову. Раньше я сразу резко отрезал. Сейчас я буду отрезать потихоньку, потому что если она с икрой, не буду я голову с хвостом горбуши оставлять на уху, потому что появляется ржавый привкус. Пишите в комментариях, как можно убрать ржавый привкус, если присутствует. Смотрите плейлист у меня там про готовку еду. Там все есть. Полностью все есть. Так, давайте откроем. Блин, прикиньте. Ты думал с икрой. Так, ну мологу я не ем. Пишите в комментариях, кто ест мологу. Я не ем. Вон, видите, ножичек-то как наточенный. Тоже отдельно есть плейлист. Вот так вот подцеплю. Все это убираем. Темно тут у вас, да? Вырезку еще из брата 2 поставить. Типа темно тут у вас. Горбуша у нас свежая. Единственное, 2 суток только в холодильнике пролежала. Так, в принципе... Ничего страшного. Темное какое-то. Вот это вот темное мясо, кстати. Пишите в комментариях, почему. Что это такое вообще? Что-то не пойму даже. Селедка отдает, если честно. Может, она уже в селедину превратилась. Ладно, давайте я сейчас промою вашу. Давайте сейчас отрежу хвост. Так вот, хвост отрежем. Сейчас будем промывать ее. Так, в общем, смотрите. Вот это вот, в общем, получается чисто темное мясо, да? Не буду я этот самый. Я его, в общем, обрежу. Да и все. Не знаю, может быть, коту даже отдам. Не хочу я с темным мясом, с каким тут есть. Вот. Ну все. Как бы четко, да? В принципе, вот даже... Даже сейчас... Да вот так вот даже сейчас... Вырежу немного. Что нас смущает? Пишите в комментариях, что это за темное мясо тут, я не знаю даже. Так. Тут у нас что тут получается. Сейчас посмотрим. Вот этот хороший кусок, учу, ребят. Сейчас вот так вот я вот этот отрежу. Так, этим барсика лучше покормлю. Не знаю, спрошу, кормить его или не кормить. Что делаем, в общем, смотрите, что делаем. Все очень просто. Очень нежная эта горбуша, тем более она 2 суток в холодильнике пролежала. Она и так нежная, тут еще, так скажем, нежнее стала. Так, рецепт будет довольно простой. Все, в общем, получается, тут я все сделал. Что нам теперь следует? Берем мы противень. Вот он противень. Немножко туда масла. Так. Вот смотрите, масло мы налили, разлили. Теперь берем этот самый горбушу. Не знаю, вот ее и... Пишите в комментариях. Ну, хотя, без разницы, можно и так сделать, по сути, можно и даже закрыть. Лучше закрою. Пускай внутри, так скажем, как пропарится, как бы сделается, чтобы она сверху не подгорала. Сейчас единственное, я открою. Вот, немножечко, буквально чуть-чуть подсолю, вот так вот. Тут тоже чуть-чуть подсолю. Хрипёт этот. Так. Так, ну и все. Не пересолить. Так, завернул. И сверху еще можно немножко, как рыбу обычно солю, сделаем. Так, ну и что этот? Филешку вот эту. А, вот, кстати, и посмотрим.
Пусть она сейчас в общем, типа рыба как лучше готовится, закрытая или открытая, да? Вот, допустим, открытая. Вот так вот рядышком положим, смотрите. Вот, пускай лежит. Я его подсолил. Он соленый. Все, все четко. Давайте немножко еще поперчим. Буквально. Вот. Чуть-чуть. И сюда также. Вот так вот. Вот так вот перчим. Все. Сделали. Так, ложим теперь мы лаврушки. Все, закрываем. Все это прикрываем. И ставим сейчас в разогретую духовку при температуре 200 градусов на 20 минут. Потом посмотрим. Духовка вымыта. Полностью все вымыл я. Когда скумбрию, кстати, делал, все брызгало во все стороны. Духовка была полностью грязная. Все, закрываем. Смотрим на таймер. Пришло у нас ровно 20 минут. Вытаскиваем рыбу. Запах стоит суперский. Так, ну такая вот, в общем, рыба получилась. Единственное, ребята, знаете что? Я забыл накапать все лимоном. Сейчас я лимон отрезал. Сейчас я накапаю именно так. Так, вот кусочек. По сути, он у нас не пригорел. Так что можно и открытую делать. И сейчас откроем вот эту рыбку нашу. Посмотрим. Крутится все. Так, ну вот все, раскрыл. Кстати, она очень сильно слиплась. Взял я такой вот кусочек лимона. Сейчас я немножко буквально выжму. Вот так вот все выжму. Сейчас еще в духовку я ее поставлю на пару минут. За пару минут она не пригорит, ничего страшного с ней не будет. Все. Так, а этот кусок я так оставлю. Пускай будет без лимона. Для сравнения. Все, ставим в духовку. Так, и можно закрыть все это дело. Хотя можно и оставить. Но я закрою. Все, отличненько. Все, ребят, прошло у нас пару минут. Вытаскиваем. Сейчас положу я на тарелку. Ну, сколько жидкости, смотрите. Жидкости, кстати, больше рыба дала после лимона-то, да? Сейчас положим на тарелку, будем пробовать с вами общаться и дальше записывать. Так, ну все, получается, видите, положил я ее. Сейчас начнем с этого кусочка, которого сок лимонный я не наливал. Сейчас попробуем этот кусочек, как он приготовился. Вкуснятина. Корочку не буду есть. Шкурку. Вот, открываем. Вот это царство. Дело-то какое. Так, ну ладно, я пробую это отсюда, в серединке. И пробуем еще. Вот отсюда попробуем. С разных ракурсов. Вам сейчас расскажем, как это все у нас получается. С лимонным соком очень вкусно. И ни сока, ни пересоленные. Вообще четко, как вкусняшки. Ну, единственное, вот этот краешек, по-любому будет он пересоленый. Ну, можно поменьше соли ложить, не столь страшно. Ну да, давай его. Вон, да вон рядом положи. Ты его так съешь? Ешь так. Я обычно люблю филей. Берем такой филей. Из фильма, особенности национальной рыбалки. Берем только филей. Ну и какие кусочки плотные. В общем, 20 минут готовилась у нас рыба. При температуре 200 градусов. Разогретую духовку. Потом лимонным соком мы смочили. И еще 2 минуты было как бы все четко. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Если кому-то что-то видео не понравилось, у меня... Это видео записано на канале «Синхронизация моей жизни», видеовлог для своих родных подписчиков, кому интересна моя жизнь, кроме канала БМ.
ждем отдельные лайки закадровому голосу. А что ты меня тогда сюда на край ложил? Тут вообще. Ставьте лайки. Да, здесь не соленые, но тут вообще.